С 16 по 17 декабря 2022 года продукция «Синтезит» приняла участие в спортивной выставке «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе, США. Мы были среди тысяч энтузиастов фитнеса и бодибилдинга, демонстрирующих свою силу и возможности. Спортсмены на выставке были очень заинтересованы действием препарата, так как наш минерал уникален и не имеет аналогов. А главное, синтезит можно использовать во время тренировок для поддержания физической активности и достижения максимальных результатов. На выставке в США были представлены результаты исследований препарата Академии физической культуры и спорта. Увеличение мощности, относительно средней, на 4% даже при однократном приеме. Повышение эффективности кислород-транспортной системы на 6%. Снижение артериального давления на всех этапах нагрузки. Снижение частоты сердечных сокращений на 5,5% под нагрузкой. Также на своем стенде мы получили очень интересное интервью от звезды бодибилдинга в США Айрис Кайли. Айрис – одна из самых профессиональных бодибилдеров в мире, которая уже 10 раз завоевывала титул «Мисс Олимпия». Спортсменка принимает препарат более года и поражена феноменальными результатами, которые она получила с его помощью. Айрис рассказывает, что синтезит помог ей улучшить здоровье костей и устойчивость к травмам. При нехватке физической выносливости в зале принимайте синтезит.